Добро пожаловать в Cooking Friends. Сегодня мы будем делать аджику. И вот что нам для этого понадобится. Чеснок заливаем кипятком и оставляем на 15 минут. Его будет потом просто легче чистить. Начнем с помидоров. Их, пожалуйста, помыть и измельчить. Я буду это делать в блендере, а вы делайте, как вам удобно. Берем большую кастрюлю, выливаем все наши помидоры туда и на маленьком огне оставляем на 1,5 часа. Займемся остальными ингредиентами. Все остальное мы также нарезаем, измельчаем и пока мы убираем в сторонку. Если ты досмотрел ролик до конца и он тебе понравился, сделай нам одолжение, поставь лайк. Тебе не трудно, а нам приятно. Если тебе что-то непонятно, или тебе что-то не понравилось, или наоборот понравилось, пиши комментарий. После 1,5 часа добавляем паприку и острый перец. И еще оставляем на 40 минут при медленном огне. Также нарезаем зелень. В моем случае это укроп и кориандр. Забудь заглянуть к нам в Instagram, TikTok и Facebook. Мы будем очень рады. После 40 минут мы добавляем все оставшиеся ингредиенты. Это чеснок, соль, сахар, ну и наша зелень. И варим оставшиеся 15 минут. Не забудьте приготовить уже сейчас баночки, для того, чтобы переливать всю наше вот это вот счастье. Банки должны быть стерилизованные. Я просто заливаю кипятком на какое-то время и потом насухо вытираю изнутри и снаружи. Можете также сделать это в духовке. Очень плотно закрываем, ставим вверх ногами и оставляем до полного остужания. Приятного аппетита!